Кто везет? Ну, моя машина тут стоит. Ладно, Кирюхина тоже. Я в Кирюхину ушел. Уже вечер. Мне по сторону это делаю. Да я... Блин, это... Спасли почти уже весь этот... Вроде. Педагаз. Вообще. Гамадрил. Только раз мы Маньку подбивали, она один раз его ушла. Там не умер? Или умер? Да умер, умер, я убил. Ты че на ходу-то улетаешь? Ты что, кипанутый есть у нас в команде. Ну, блин, не лежит. А чего не садитесь-то? Киданул у нас тут. И вообще можно подумать, там дверку открыла, а у меня тут машина уже уезжает. Так как-то шевелиться надо, я бы. Я даже бежала, а не шла в этот раз. Охуенчик. В этот раз. Да. Я обычно сюда пешком хожу. Очень пафосно и медленно. Прям вот чувствую, как отпустила меня. От чего? Ну, на этот раз Маша бежала, а не шла. Оставит столбов, блядь. Да не говори, еще кривый. Бегом. Сейчас нас размазывают об стены. Попизди еще, а. Бегом. Бегом. Алик-алики. О, господи, все, хана сразу. Ай, сука! Аня, Маня! А куда же вы бежите? Вы же слышите звук? Пик, пик. Неужели не слышите? Я слышу, а вы не слышите. Садитесь, сели, поехали. Не размашивай. Нужна никому. Блин, сняла всего миллиметр броника. Если бы не сила, там минус броник был. Ваня бы убили. Не, ну Ваня бы без броника остался. Да, в принципе, Маня тоже, наверное. Почему? Из-за силы. Сила очень сильно влияет на удары и прости с держание удара, да, вообще выстрел. Оно влияет на броник, а не на основное ХП. Да. Ну, о, давайте потому, на пожарный поедем. Блин. Если бы можно было. Ру, давай. Нам пакеты надо кидать. Время идет. Будет странно, а там их можно только смывать. Нет, будет странно, если мусорщики будут кидаться мусорными пакетами в пожарную машину. Так, ты нас отключишь или сможешь ехать? Я, конечно. Ребят, я бы на. Я, блядь, промажу. Да, я в нашем месте пешком шла. Оп! Бегом. Ну, так, я, пожалуй, сначала. Блин, а я дальний. И не буду, наверное. Сиди пока, Маша. Да дэф этих надо, сейчас да, же придут вот педобиры. Педобиры? Да. Пошли уже, пошли. Еще один шаг. Нас давят со всех сторон. Садитесь, погнали. Отстреливайте. Все, сели. Да, вижу. Ебать, не вижу, куда ехать. Налево. Ебучая тачка, блядь. Ты тут встала, блядь. Да заебали. Слушай, это пока тебя не было, тут Манька доставала джингл бенсом. Кем? Это не джингл босс, Лёша, ты олень. А, да, 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 да. Если бы это был джингл босс, то Лёша был бы олень. Нет, я имею в виду, она тут, блядь, пела. Чё она пела? Рождественскую хрень. Какую?
Так, будем... And happy new year. Да. Будем здесь отстреливаться. Пошли вон нахуй. Нет, здесь не будем, здесь мы нормально приезжаем каждый раз. Бегом! Ну съебывайтесь уже. Ну он то винтами, то мусорку. Ой, блядь, пиздец, я вас ни разу винтами не убил, блядь. А меня сколько в той миссии? С вертолетом. Мишки, блядь. Давай, Кирюх, поехали. Пиздец, не мешки ворочать. Бегом, садимся. Более вы сейчас как раз мешки ворочаете. Бегом, Ваня, едем. Все, едем. Засели. О, не понимаю, что, блядь, жестко. Это у меня от ходу вообще ничего не осталось. Да еб твою мать, что за, блядь, тут за хуйня? О, мне броню сняли. Да ладно. Наконец-то, блядь. Да мне хэд сейчас лепили. Ну не хэд, конечно, но... А, мне в мотор попали. Да твою ж... Так, не дави Кирюхой, пожалуйста. Да двигай, Кирюхой. Что ли? Блин, а что, так можно было? А он вообще на красный поворачивал, упырь, блин. Да-да-да, еще и без поворотника. Ну... Алёша, затяни мою пушку. Алёша, красиво. Алексей, Алёшенька, сынок. У него это, джейкл. Да блин, знаю я же, он уже хвастался своими джейклами. Это хуйня, которая расписная, блядь, под парой репты. Да-да-да. Съеби, блядь. Так, ну у нас, по-моему, проблема обычно здесь. Здесь надо выходить, да? Ну, да, давайте попробуем выйти и... Понятно. Все. Замыкаемся. Я прятался, я сейчас грохну нахуй сразу. Все, я отсюда никуда не пойду. Я возьму это. Самый дальний сначала. О, нифига себе, тут фура летает. Так, все, теперь нужно отслеживаться. Так, два дизайна чисто. Вот это мой клиент приехал. Поправку-то мне взорвать, Кир. Киром. Машину вижу. Там хулиган. Я. Да нет. Да нет, там хулиган. Все, что ли? Один где-то там на дороге. Ой, машина тебе назад, блин. Спасибо. Всё, я в машину. Мы можем валить. Садись. Два еще мешка. Сейчас я мешка. Забыл. А, справа, слева, сзади пока подбирается. Так, меня прикройте. Да-да. Может, сейчас слева обойдет. Там Ваня, может, ходим поиграть. Я не вижу. Все, поехали. А, стоп. Маша, есть. Всегда. Ничего не как всегда, я тут вообще-то деф. Деф? От кого? От турпешника? Богдан, жди. Папа рулит. Папа, он мусорщик. Вот будешь плохо учиться, будешь на такой хуйне ездить. А ты заткнись. Ёпта, меня сейчас убьют. Нет, Ваня. Беляй. Я отстреливаюсь. Ну, как на ходу, я очень не рад, блядь, но... Так, все, я опять зеленый. Ёпта. Блин, у нас парочек надо. Нету. Да, гранаты нельзя, вообще никакие. А, так это последняя была точка, блядь. Да. И мы ее так и в тот раз не прошли, что ли? Да. Кто бы знал, что она последняя. Кирюха знал. Вот, блядь, я хули не сказал. Так он сказал вроде. Не сказал ничего. Говорил.
Я и мы сколько? 6 раз фейлились на той хуйне? Ой, да не 6. Не 6, больше. Чуть ли не 8 или 10. Это ж пипец. На последней точке мы бы фейлились, охренеть. Юпи, мы добыли Юпи, наверное. Или чё? А, шарики, как? Ментос. Это Ментос. Блин, просто жесть, это жесть, ребята. Вот видишь, Ваня, как все хорошо. Ты пришел сразу с первого раза прошли. Я просто трезвый. Так.